Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Продолжаю дальше работать с моделями Урал от фирмы Звезда и Трумпетер. Полакировал модели глянцевым лаком от фирмы Томия. Дал хорошо просохнуть и теперь буду работать со смывкой. Смывку возьму из данного набора. Темно-коричневую. И дальнейшие работы с химией буду проводить также при помощи данного набора от фирмы Amamic. Сделал смывку, излишки убрал ватной палочкой. Довольно неплохо все получилось. Вот. Сейчас все покажу. Сильное освещение и немного все отражается в камере. Теперь подожду примерно сутки, чтобы масло хорошо высохло во всех швах. И после этого закрою полуматовым лаком от фирмы Томия и буду делать масляные точки. Смывка высохла. Нанес полуматовый лак. Но свет настолько яркий, что все равно как бы на видео, наверное, бликует. И теперь буду наносить масляные точки, а масляные точки буду наносить такими вот ойл-брашерами. Очень мне они понравились, очень удобные кисти и цвета такие вот натуральные, земляные,
И не надо уже думать с белыми, черными, желтыми точками. Тут сразу все уже подобрано. Цветовая гамма очень мне понравилась. И точки выглядят очень натурально. Приступим. После того, как нанесли масляные точки, берем широкую кисть, смачиваем ее White Spirit, убираем лишнюю влагу и начинаем растушевывать масляные точки. Нанес и растушевал масляные точки. Масляные точки еще придали такой эффект матовости. И теперь модель не так бликует даже от света. Надеюсь, на видео будет видно, какой эффект оставили масляные точки. Теперь дам хорошо маслу просохнуть. И после этого нанесу матовый лак. А на матовый лак уже буду наносить пигменты и припылять модель. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч, друзья!